Приветствую вас! Вы на канале AlexPro, и в этом видео я расскажу вам все о том, как происходит вычисление местоположения мобильного устройства, то есть его пеленгация. Рассмотрим такие основные методы, как триангуляция базовыми станциями и поиск посредством интернета и геолокации, как их применить на практике и немного о мошенниках, которые пытаются на этом заработать. На всякий случай, для тех, кто не знает, поясню, что базовая станция – это радиоретранслятор оператора мобильной связи. Выглядит он примерно вот так. Вся начинка находится в такой вот буточке, похожей на трансформаторную. В данном случае это полевое исполнение. Как вы видите, находится в поле, где-то за городом. Вот. В городских условиях такие станции, как правило, устанавливаются на крышах зданий, на последних этажах зданий, так сказать, технических. Вот. Антенна такой станции устанавливается в основном на крышах высотных зданий, различных вышках и станциях метрополитена. То есть представляет собой вот такие вот прямоугольнички. В результате количества и качества этих станций мы имеем покрытие мобильной сети. Итак, триангуляция базовыми станциями – это пеленгация за счет расстояния от станции до устройства. Вот такое вот изображение схематическое наших базовых станций. Как вы видите, здесь представлены три базовые станции, радиус у которых разный, то есть это расстояние до объекта. Как они работают, эти базовые станции? Каждая из станций получила информацию о расстоянии до объекта. Но при использовании одной станции мы бы имели бесконечное множество вариантов нахождения нашего объекта по окружности, да, нашей станции. То есть по радиусу, к примеру, 132 метра, объект мог бы находиться где угодно. При использовании уже двух станций мы бы имели только две точки нахождения объекта, причем одна из них, соответственно, ложная, так как объект не может находиться сразу в двух местах. Ну а при использовании трех и более станций мы получаем точное местоположение. К примеру, здесь, здесь и здесь. Все, точка сошлась. Мы можем со стопроцентной уверенностью сказать, что объект находится именно в этой точке. Что касается нахождения устройства по геолокации, то и здесь все просто, но необходимы некоторые манипуляции с устройством, а именно установка специальных приложений, подключение к сети интернет, не обязательно, кстати, постоянное, и включение в телефоне геолокации. То есть в данном случае вот такой вот вариант. Местоположение включено, и приложение может обрабатывать данные нашего местонахождения. Принцип работы следующий. Геолокация устанавливает местоположение устройства, а специальные приложения используют интернет и передают эту информацию на сервер или по запросу на компьютер или смартфон. Причем, если в случае с базовыми станциями устройство можно найти когда угодно, даже после того, как из него достанут симку и вся информация будет стерта, при условии, что email не будет перезаписан, то второй метод работает только при соблюдении вышеуказанных условий. Но при этом, в зависимости от функционала установленного приложения, владелец смартфона может не только устанавливать местоположение, но и удаленно делать скрытые снимки, проводить запись аудио и видео, включать звуковые сигналы или полностью удалять всю информацию с устройства. Список некоторых приложений будет в описании к этому видео. Что касается возможности использования этих методов, то ситуация такова. С приложением может справиться любой желающий, а триангуляция базовыми станциями проводится только оператором мобильной связи. Поэтому, если вы где-нибудь найдете сайты или программы, предоставляющие такие услуги, то это стопроцентный обман. И в лучшем случае вы потеряете время, в противном еще и деньги. Так, например, даже полиция вынуждена делать специальный запрос оператору для получения данных о местоположении устройства, что само по себе не так просто. Поэтому цените свое время и свои деньги. Вот. Если у вас возникнут вопросы, пишите в комментариях. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.